2 года назад Марина Максимова, известная как Максим, впервые поделилась личной болью. Артистка рассказала, как пыталась заглушить переживания алкоголем. Однако попытка забыться в итоге вылилась в еще большую проблему. Из-за пагубного пристрастия она дважды оказывалась в реанимации, но даже находясь в критическом состоянии, еще долго не могла заставить себя остановиться. В какой-то момент Максим смогла набраться решимости и вернулась к здоровому образу жизни. Начала активно выступать. Плотный график в итоге сыграл с ней злую шутку. Сегодня певица рассказала, что переживала в последние дни. «Хочу сказать, что очень рано после своей тяжелой болезни я начала гастролировать», — говорит исполнительница. «Взяла на себя очень большую ответственность и обещала сделать немыслимое количество выступлений. Апогеем стал концерт, толком не состоявшийся в Сочи, когда я приехала не просто уставшая, а не могла уже стоять на ногах. Перед выходом была к подкапельнице и решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю как машина. Не получилось. Закончилось все так, как мы все знаем, срывом концерта». Максим выразила сожаление, что так и не смогла полноценно выступить. Артистка призналась, что сейчас проходит курс лечения. Она окончательно поставила точку в тяжелой истории. Пришла к тому, что это зависимость, осознала это, приняла и решила действовать. «Потому что это не моя жизнь, не моя история, не моя игра», — делится певица.